Ирина Аделина. Глаза, уши и голос сеньора мафиози. Тайно влюблена, коварна, мстительна, злопамятна. И это заставляет ее глубоко страдать. Как же вы можете посадить? Пожалуйста, я прошу вас. Пожалуйста, пожалуйста. Я пришла по важному делу. Я вас внимательнейшим образом слушаю, да? Смирно. Наш босс не получает обещанного вами дохода. Да. Поэтому вашу лавочку решено прикрыть. Мебель. Выкинуть. Поехали.
Костя. Налетчики. Саранча. Очевидно, небеса посылают для меня испытания, разрешающие для меня деньги. Нет, нет, послушай, небеса посылают ему испытания. Да. Молчи! Молчи, ведьма! Молчите все! Отдельная бонжорно вам, сеньорина Аделина. Привет, босс.
Итак, мы начинаем наш грандиозный гала-концерт, посвященный 30-летию Ильцентро ди культуре Джованили. Ваши аплодисменты! Первым номером нашей концертной программы будет выступление импровизированного ансамбля «Песни и пляски Италии», не думаю, конечно, название, но это не важно, под руководством обворожительной, зажигательной сеньоры Фиорелло Мазерати. И приняли всего Рима. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас будет важно. Выступят замечательные актеры. И эти актеры вы. Сеньоры, сеньоры!